Сегодня 30 июня. Я нахожусь на поле льна. Вот так он на сегодняшний день выглядит. В целом неплохо. Так и не скажешь, что здесь всего лишь 5 миллионов. Норма высева 25 килограмм на гектар. Он уже доцветает. Последние цветочки остались. Где-то какой-то пытается догнать, который, может быть, зашел позже. Естественно, влаги не хватает, почва. Хоть здесь и не так давно выпало несколько миллиметров осадков, почва не закрылась. То есть, я имею в виду, трещины не закрылись. Они сомкнулись, потому что влаги это все равно недостаточно. Но лен растет, развивается. То есть уже будет пытаться созревать. Вот так поле это выглядит на сегодня. На сегодняшний день. Достаточно приятно. Посмотрим, какая будет здесь урожайность. Но уже позже. Позже. Инсектицидов здесь не было, фунгицидов тоже. Так вроде бы непроблемная культура. Здесь был, получается, препарат секатор турбо. Где-то 50 грамм на гектар. И пантера. И все. Лен, 30 июня.